Гомельский завод металлоконструкции далеко не самое передовое предприятие города. На конце 70-х он собрался как структурное подразделение акционерного товариства «Гомель-Облбуд». Сегодня головное предприятие по сутности банкрот, что не самым лучшим чином отбилось и на финансовом стане завода металлоконструкции. В 2015 году мы вышли, сработали с прибылью и как от реализации, и так по чистой прибыли. Ну и 2016 год. У нас все равно прибыль от реализации есть, хотя вторая половина очень была тяжелая года, потому что все было перекрыто, все, расчетные счета закрыты. Работа мобильной группы на Гомельском заводе металлоконструкции начинается с проходной. Правда, тех, кто спознился, на этом предприятии не оказалось. Проблемы, за которыми сутыкнулся завод, на дисциплину не поуплывали. 99% людей пришли на работу за час, за, наверное, минут 40 до начала работы. Это не может не радовать. У гэтыя дні у цэху Гомельскага завода металаканструкцыі незвычайна ціха. У сялякім выпадку вытворчага шуму практычна няма, а таму размаўляць пры неабходнасці можна свабодна. Па словах адміністрацыі, нягледзячы на невысокую зарплату, каля 300 рублёў, масавых звальненняў на прадпрыемстве няма. Яшчэ гады 3 таму тут працавалі больш як 60 чалавек, зараз каля 15. Шмат хто сёння знаходзіцца ў вымушаным адпачынку, а таму галоўная задача кіраўніцтва – пошук новых заказаў і загрузка магутнасцяў. Члены городской мобильной группы проверяют наявность документов по технице безопасности, цікавятся умовами працы и выказывают свои зауваги. Значных проблем на предприемстве нема, але некоторые дробязи до несчастных выпадков привести могут. Еще одна парада – провести субботник и увогуле больше уваги надавать культуре вытворчості. Тем больше, что перспективы у завода все ж таки есть. На сегодняшний момент мы заключаем договора, выходим на рынки России, стараемся выйти, получить хоть какие-то заказы. И выходим на более за пределы Гомельской области. Стараемся иметь какие-то заказы, заключаем договора. Заключили договор с белорусской цементной компанией на поставку форм, металлических форм для производства железобетонных изделий. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».